Сегодня у нас каток-уплотнитель Тана. Адская машина, конечно. Замена бортовых редукторов сзади. Для начала убираем, освобождаем болты крепления катка и будем его выкатывать. Необходимо также снять защиту, которая располагается с двух сторон, спереди и сзади, по бокам. Открывается у нас такой замечательный вид. Ну вот, собственно, что мы имеем. Достав бортовую, она, естественно, развалилась. Развалилась она из-за того, что заказчик на 99,9% ни разу, хоть он может и говорить, что хочет, но ни разу масло он в бортовой передаче не менял. Выломала крышку. Вот такой вот фарш. Красота. Это стала живая до поры до времени, бортовая, как говорится, здорового человека, бортовая курильщика. Масло менять надо, ребята, бортовых передатчиках обязательно. Машина 18 года, ей 5 лет всего лишь. Ну вот получилось так. День второй, бортовые поменяли. Закатываем назад этот барабанище. Все готово, работает все отлично. Главное менять масло. Всем удачи!